Более 70 участков ремонтируют в Чебоксарской агломерации по программе «Безопасные и качественные дороги». Часть объектов уже сдана, на других работы идут полным ходом. Как меняются дороги, проверил премьер-министр республики Иван Моторин. Сразу на трех столичных проспектах работает дорожная техника. Тракторостроители «Мира» и «Московский». Ремонтировать эти участки стали одними из первых. Здесь применяется технология холодного ресайклирования. Дорожники заменили часть основания, а сверху уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Современное покрытие с современными присадками, которые там внутри находятся. И дорога как минимум 6 лет должна отработать без того, чтобы сюда заходили подрядчики для каких-то ремонтных работ. Еще один масштабный участок – 30-я автодорога. Дорогу здесь ремонтировали традиционным методом. Основание дорожного полотна в хорошем состоянии, меняли только верхний слой. Подрядчик выходит на финишную прямую. Мы взяли самые сложные участки в этом году, согласовали их с жителями в прошлом году. Провели обследование, где наибольший трафик автомобилей, те дороги мы отремонтировали. В целом, пока все идет по плану, думаю, что проблем быть не должно. Всего в Чебоксарах ремонтируют 36 объектов, в Новочебоксарске 14. Один из них – пешеходный мост по улице Советской. Здесь обновляют покрытие, тротуары и ограждения. Работы должны завершить к 1 июля. Контроль за качеством работ ведется. У нас два основных подрядчика. Те вопросы, которые возникают в ходе ремонтных работ, решаем оперативно, в ежедневном режиме контролируем. Дождь мы запрещаем выполнение работы, только уборка мусора. А это улица Коммунальная. Новое асфальтовое покрытие и разметка. Подрядчик завершил работы раньше намеченного. Это важно, во-первых, в том числе перед федеральным министерством, что мы укладываемся в те сроки, которые у нас подписаны соглашения. Поэтому для меня сейчас важно, чтобы было соблюдено качество, соответственно, ну и те гарантийные обязательства, которые берут на себя подрядные организации, выполняли. В целом, дорожники в обозначенные сроки укладываются. Ко дню республики работы завершат на 38 объектах. А это половина из запланированных. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика.